Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Сьогодні у патрулі. Дивіться, ви підозріла особа. Ви стоїте з палицею на вулиці. Погрожував фізичний розпорав. Все, поїхали. Я в 90-х виросла, на мене не вісно. І від вас теж, ви поймите. Все, тихо, зараз, я тебе слышу, отодвинься. Осталось тепер тільки не теряти надежди і надіятися на професіоналізм врачей. Це була співпраця нас та спеціальних служб, з якими ми співпрацюємо. Вони нам дали орієнтування, по якому ми відпрацьовували там, затримання особи, яка по їхнім словам перевозила боєприпаси та інші предмети, які в цивільному обороті не мають бути. Після чого ми виставили патрулі на вокзал, тобто було посилення. І було відпрацювання там по виявленню даної особи. Ми виявили цю особу, затримали. Чи мають у вас при собі речі або речовини, які заборонені в цивільному обігу громадян? Що у вас в сумках знаходиться? Мої особисті речі. Що ще? Що це? Що вони знайшли? Що це було? Це було... Давайте так, ну, я не знаю, з ким я забираю службу. Я слідчий. Вийшли патрони 545, трасера. Одну інформацію. Так, бачите. Я не знаю, яка там кількість. Я десь думаю, десь від 30 на 1 штук 30 на 1. Ага. Вони належать вам? Я не буду цього думати. Коли ми запросили документи, він нам їх не надав. Він сказав, що він їх надасть, коли приїдуть його товариші, тобто його командири, і тоді він надасть всі документи і роз'яснить всі обставини, за чого в нього були ці набої і чому так сталося. Провели поверхневий огляд та виявили в неї 90 набоїв, які по розрахунку це три ріжка до автомату калібром 5,45 та запал до бойової гранати. Спецслужба нам подякували, що ми все провели так, як, ну, відповідно до закону, та все пройшло, ну, нормально, без всяких екстрених, без екстреної ситуації, і все, ну, не вийшло з-під контролю. Сьогодні, патрулюючи свій квадрат, помітили підозрілу особу, яка крутилася біля припаркованого авто і в руках тримала палку. А можна поінтересуватися, що ви зі зробите з палкою? Стою біля машини, чекаю дружини. Вони стоять через дорогу. Ще запитання є? Це ваша машина? Наша машина. У вас є документи на неї? Обов'язково. А можете пред'явити, щоб я убедився? Дружина прийде і вона вам покаже. А коли дружина прийде? Воно через дорогу стоїть. Не бачу. Ну, підійдіть і подивіться. А палка вам зачем? Ну, стоїть палка, то що, не можна спертися? Ви можете об'яснити нормально, зачем вам палка? Мені не потрібна палка. А за чому ви з ній стоїте? Тобто ви... Не можна спертися на палку. Ви дружину бити зібрались? Чи що? Чи в машині вікно, чи що? Дивіться, ви підозріла особа. Ви стоїте з палицею на вулиці. 5-та година ранку, ховаєтесь, когось виглядаєте. Я не ховаюся, беріть. У вас є документи якісь при собі? Можете показати? Обов'язково, в машині. Відкривайте. Воно дружина стоїть, зараз відкриє. Ну, так давайте підійдемо до дружини. Ну, підходьте, воно стоїть, вона через дорогу.
Я щось порушую чи що? Я стою біля машини. Якби ви щось порушили, я би з вами довго не спілкувався. Як виявилось пізніше, це насправді його авто, він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Йому дружина заборонила сідати за це авто, відібравши ключі від авто даного. Уважаємый, так ви хотите за руль сісти чи що? Ви хотіли за руль сісти? За рулем сидів, чи що, шановний? Ми шановний, не треба кричати, я вас спрашиваю, ви хотіли за руль? Ви зупинилися тут, я щось порушував. А якщо ви порушували, ми вам... Покажу документи. Свої документи, щоб вони побачили, хто я такий. Ну, нам ваша жена сказала, що це ваша машина. Ну, все, стояли палки. Подивіться, воно стоять палок куча. Що, не можна спертися, чи що? Ну, ми откуда знаємо? Ми відреагували, ми що, щось погано зробили, чи що? Розумієте, зараз дуже багато крадіжок з авто. Розбивають вікна, крадуть реєстратори або ще якісь цінні речі, які знаходились в автомобілі. Тому ми звертаємо увагу на такі випадки, коли біля авто крутяться невідомі люди в пізню добу. Ви вдома збираєтесь йти? Обов'язково. Ну, давайте ми вам поможемо немножко. Де ви живете? 500 метрів звідси. Все, можете йти, ми вас не задержуємо. Пойдемо. А дальше? Все, не устраивайте здесь. Я нічого не влаштовую. Показатель. Я вас зупиняв? Ні. Просто если бы другой человек стоял здесь, поэтому остановились. И вам. Ну, наші дії були, я вважаю, правильні. Це наша робота, це наша служба. Ми намагаємось захищати, охороняти і служити українському народу. Навіть в таких випадках наші дії правомірні. І ми мали перевірити даного громадянина. В садике, тут, на территории. Під вікном. Он просто сидел, да? Да, наш маленький. Не, ну вон, да, лежит уже как бы маленький. Ну, что-то беспокоит птицу, надо вести к специалистам. А хто в руки брав, хто загружав? Ми знаходились на патрулюванні нашого квадрату в Дніпровському районі. І нам прийшов виклик інформаційного звернення. Ми поїхали його перевірити. Приїхали сюди, і тут небайдужі люди врятували птаха. Ми тільки зробили свою роботу, передали його далі нашому екіпажу. Скоро в київському зоопарку буде животних більше, ніж коли-либо. Ми зробили вивід такий, що люди дуже бережно віднеслись, тому що вона була в безпеці, і видно було, що птах такий спокійний був. Осталось тепер тільки, так сказати, не теряти надежди і надіятися на професіоналізм врачей, ветврачей. Будет очень хорошо, если птицу удастся спасти. Их же мало осталось на самом деле. Можно по пальцам пересчитать. Здравствуйте. Здравствуйте. Очередную птичку. Угу. А где вы ее собрали? На территории детского садика. Сейчас ему сделаем уколы, то есть, в принципе, противошокового. Он посидит день, и можно будет его выпускать, я думаю. Птица породы конюк является хищной птицей, и, скорее всего, птица прилетает в город поохотиться на голубей, где была травмирована, собственно. Как сказал врач, птицы часто бьются об поверхности, которые отражаются, и птица находится в таком легком контуженном состоянии. Врач сказала, птица немножко отдохнет, отойдет, и все будет в порядке, ее потом отпустят. Когда мы птицу относили в клетку, мы также увидели наших уже старых друзей, которые мы ранее доставляли сюда, в полицейские города Киева. Это были три птицы, орланы. Пройдемте, посмотрим, как поживают наши друзья. Как мы видим, наши друзья
в здравии. Вот у них тут даже есть еда, все отлично. Летают мощные, красивые. На здоровье они не жалуются, ведут себя хорошо. Шикарные птицы, супер. Также, пообщавшись с врачом, она сказала, что змею, которую мы доставляли буквально где-то месяц назад, это достаточно редкий вид удава. То есть она искусственно была выведена, и вот у нее масть такая, она белая. Говорит, что очень редкая порода. Ну вот мы толстенькие очень, уже стали. Очень, да, он был такой тоненький, такой мы весь, такой бледненький. Ну классно. Все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Далее у патрули. Сегодня только все решилось. Я без вот не знал, куда себя деть. Я как услышал, как они начали мне говорить, ты можешь поставить крест на всей своей жизни. Вы подозрелая особа. Вы мне не подобаетесь. У вас неадекватна поведенка. Ты мне тоже не нравишься. Доброго дня. Доброго, девушка. Давайте, одягайте штани. Ремень. Что это в таком выгляде ходите? Можно подержать? Ну, пожалуйста. Шановный, что с вами? У вас все нормально? Да, у меня все отлично. Можливо, шоколадный? Нет этого. А? Гаечки. Патрулюючи по вулиці Мілютенка, ми звернули увагу на особу, яка знаходилася в нетверезому стані. Ми до нього під'їхали, виявили, що він був ще й не в адекватному стані, стояв на зупинці громадського транспорту. Плюх з чим? З чим? Що це в такому вигляді ходите по вулиці? Дорога, в такому вигляді завжди сходив. Это мой регион. Я здесь. Что ж? У меня только семечки. Скорую помощь вызвать? Можно. Вызвать? Не надо никого вызывать. Гроши заберите. Успокойся. Гроши. Деньги забери. Ну, вы полиция. Деньги заберите. Це є прямим обов'язком реагувати на кожен такий випадок, тому що люди це замічають в будній день і взагалі в день, чи то ввечері громадяни, які адекватні, нормально ходять, вони на це звертають увагу, і це всім неприємно. Тому треба всім реагувати на такі правопорушення. Погрожував фізичною розпарою. Все, поїхали. Тихо, успокойся. Куди поїхали? Пусти меня, я не хочу ехать ради. Ну что, здесь 2 метра проезжаешь. Ты что, дурак? Давай, забирай вещи, молодой человек. Так что там вещи забирать? Ремень. Какой ремень? На, забирай. Пойдем. Ну, окей. Ладно, подожди. А за что мне вообще задерживают? Ну, сейчас узнаем, кто вы такой. Документов никаких с собой нет, ну, нет. Молодой человек. И шо? Ну так, вы подозрела особо. Вы мне не подобаетесь, у вас неадекватна поведенка. Ты мне тоже не нравишься. Да я бачу. Ясно. Братан, ты что, дурацкий? Отпусти. Тихо, 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 тихо. Молодой человек. Лучше отпусти меня. Я понял. Лучше отпущу. Я сейчас сяду на маршрутку. Лучше отпусти. Ты сейчас с нами проедешь, а потом посмотрим. Пошли. Ребята, лучше отпусти меня. Даного громадянина везли в кайданках, це для нашої безпеки. Тобто, бо людина знаходиться в неадекватному стані, і що від нього очікувати, ми не знаємо. Тому ми возимо всіх правопорушників в райвідділок, всі в кайданках. На даний момент йому зроблено письмове зауваження, в результаті чого, якщо його знову затримують за таким самим аналогічним правопорушенням, то буде складено вже протокол і винесено штраф. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Подойдите, пожалуйста. А кого вы тут ждете? Одноклассника. А? Одноклассника. Какого одноклассника? Своего. Своего? Да. Хорошо, документы есть при вас? С собой нет. Поступил вызов от Киева-55, от нашего дежурного, что погроза физической расправы. То есть некие люди угрожали расправиться. Когда мы подъехали уже под сам дом, под парадное, мы увидели двоих несовершеннолетних, которые стояли под парадным, и которые попадали под описание вот этих вот парней. Естественно, мы позвонили заявителю, вышла мама,
с парнем, которого зовут Игорь. На прошлой неделе мне, ну, я сказал, что я смогу там погулять на какую-то сумму. Ну, я сказал, 300 гривен мне там сказали, ну, давай 600 тогда. Ну, вот в четверг я заболел. Ничего, не таите, вы мама, да? Да. Ничего страшного, смотрите, как было. В четверг я заболел, я сказал, что не смогу, потому что, ну, как бы я там не смог подрабатывать, не собирался. И что дальше? Мне звонят и говорят, что, ну, вот так, как бы надо отвечать за свои слова. Что если я не выйду из квартиры, то мне выбьют дверь вот так вот. А конфликты были ранее с ними? У вас? Ну, конкретно. Они вас, может, били раньше, там, унижали, нет, ну, такого не было? Ну, унижали, да, вот так. Так как там мы снимали очки просто так, то есть там щелбаны, так, ну просто, ну, я понял, по, я понял. По мелочам, да. Почему ты вот сейчас рассказываешь, да, как мы тебя шантажируем, как мы с тебя деньги вымогаем? Я не говорю, что вы вымогали. Так а почему? Так, а вот ты расскажи, как ты приносил, что ты в школу приносил. Ты а расскажи. Что я в школу приносил? Так ты расскажи. Что я приносил? А что ты приносил? Ну вот расскажи. Вот мне. Ты расскажи. Ты ж приносила. Вот хочешь, вот обращайся к сотруднику. Я не буду обращаться, я ничего не буду. Я там что-то приносил. Карамель, да, ты приносил? Да какую карамель? Пусть лучше рассказывает, как он в школу наркотики приносит, да? По факту, естественно, ребята были неправы, которые угрожали. Так как это есть, уже вымогательство идет и угроза физической расправы. Эти все факты подтвердились телефонным разговором, который был записан. А можно конкретно? Мы нарушили конкретно? Что? Ребята, конечно, нарушили. Нет, если, ну, это не я буду решать, это был сейчас следователь. Вот. Нарушили вы что-то или нет? Разбираться будет следователь. Не, ну так, если это, что мы нарушили? Ну, можно, пожалуйста, ничего не делать? Меня сегодня только отпустили. Пожалуйста, ну, мы вам обещаем, мы ничего больше не сделаем, мы к нему больше не подойдем. Я вообще ему ничего не... Не, а если так, а что мы нарушили? Погроза физической расправы. А? Погроза физической расправы. Что, какая погроза? Так а мало ли, что кому говорил мне? Ну, вот, ребята, нужно следить за разговором, кто что кому говорит. Боже, ну за что мне это все, за что? Эти двое парней и Игорь, которые потерпевшие одноклассниками. Изначально мама хотела писать заявление, но парни слезно молили, чтобы она этого не делала, так как у одного из них уже есть условный срок. Что, получишь от родителей, да? Да не получу я, и от родителей получу просто. Я подрался с ним парнем год назад. Сегодня только все решилось, я весь год не знал, куда себя деть. Я как услышал, как они начали мне говорить, ты можешь поставить крест на всей своей жизни. Я и хотел, и не знаю. Ты же понимаешь, что они тебе правду говорили? Потому что твои 16 лет получишь судимость, потом ты с работой и с учебой можешь завязать. Я знаю. Знаешь? Я вижу, твой друг еще этого не понимает в глубины все. Значит, это у тебя не друг. Лёш. Так я ж, я ж вам, можно я вам скажу просто, ну, я ж его не трогал бы. Лёш, мы не правы. Мы так не я правы. Понимаю, что мы не мы не хотели ничего, мы ничего просто... Ничего ты не понимаешь, ты нависаешь сейчас. Так, а не, ну я вот, я знаю, что слушай. Игорь, никто от тебя ничего ты не тоже хотел. Не там попал. Никто не чтоб хотел. Чтобы на меня сейчас написать. Ни от кого. Я в 90-х выросла, на меня не нависит. И от вас тоже, вы поймите. Так все, тихо, заяц, я тебя слышу, отодвинься. Он же сам пообещал, он сел, да я для вас тут, ну, типа, сделаю. Я говорю, Струнь, что ты делаешь? Ты сейчас перед всеми обещаешь? Все, я говорю, у тебя ж не будет денег. Успокойся. Он говорит, да не, я доставлю. Я говорю, ну, смотри, ну как? Ребята, я ж ничего тебе не... Откуда? Я хочу написать заявление. Да нет. У 16-летнего парня 300 гривен, вот вы мне скажите. Я понимаю, что тут начинаются вот это вот разговоры. Я тебе говорю. Нет, ребята, зачем ты я это делаешь? Тебе ж не будет не таких. Шантажировать моих детей? У меня никого. Еще трое мы мать. Я вам я не хочу, чтобы такое счастье правда. Ходили по улице. Да мы не будем. И мои еще две девочки учатся в этой же школе. И чем это закончится, так мы к ним если не вот такое никогда. Вот пускать? Но им не стоит бояться. Мне стоит бояться. Я не хочу в 16 лет оказаться в тюрьме. Не хочу. Я прекрасно знаю, чего сейчас стоит ваши все эти взгляды. Я вам клянусь. Вы только что гнали, что он носит наркоту. Ну так. Носит, да, носит. Ну, так он на нас тоже может. Ну он там может, ну вы поймите, пожалуйста. Нет, я считаю, что надо писать заявку. Да, ну не надо ничего писать, но мы будем обходить его десятой дорогой. Изначально, когда мы даже подошли к ребятам, спросили, что они здесь делают, они себя вели, ну так, можно сказать, немножко дерзко. То есть им было все равно. Но когда уже дошла ситуация до того, что мама будет писать заявление, и мы просили номера телефона их родителей, чтобы позвонить, у ребят отношение сразу поменялось. Дошло до слез. Ну, надо же, мы тебе ремня дали, ну как это? Я знаю. Ну, знаешь я получу. Знаете, давай как... телефон, я просто позвоню маме и скажу, что,
чтобы она пришла, когда ты придешь домой, она с тобой поговорила, и не все. Не надо, пожалуйста. Я больше такого ничего не буду говорить. Да давай. Не надо вообще. Ну как это так, не а надо? Как вы представитесь? Вы же скажете, что вы милиция. Не представляете. Хочешь, давайте... я? Хочешь, родители позвонят? Да нет, давайте вы мне ремня дадите, пожалуйста. Не, ну как это, я дам ремня? Ну давайте выйдем, вы мне там пощечину. Мама будет? Ну ты что, какую пощечину? Давайте пусть его мама меня ударит, пусть и я ртут для матери. Ну пожалуйста, я вам говорю. Ну она накрутит себе такое кино и все. По итогу мама Игоря, то есть парня потерпевшего, отказалась писать заявление. Они решили решить это все мирно. Позвонили родителям, что приехали, забрали своих сыновей. Родители оказались адекватные люди. Папа сразу без никаких слов, несмотря на то, что у него там работа, что он был чем-то занят, приехал, забрал своего сына, естественно, друга. Я думаю, дома с ним будет разговор по-другому немножко. Мама отказалась писать заявление. Это на первый раз, я так думаю. То есть вы должны быть ей благодарны. Если бы мама написала заявление, пошло бы заявление в детскую школу милиции. Я думаю, вы поняли, да? Объясни другу, как это получить условно. В 16 лет. Потом выйти погулять невозможно. Ты не понимаешь, в прямом. Погулять? У меня был домашний арест с 7 утра, ой, с 10 вечера до 7 утра. Если я приходил ко мне раз в месяц, приезжали с криминальной милиции и заходили домой, я расписывался, говорил, что я делаю. Я каждый раз в месяц езжу, отмечаюсь в детскую комнату милиции. И сейчас такое, и в следующих два года. Нет, сейчас нет. Сейчас домашнего ареста уже нет. Ты думаешь, что это все так легко получить условно? Это все очень сложно. Она адвокат. Знаешь, такое условно? Ну, то есть, знаешь, да? Преступление, да. Сразу посадят. Ну, как испытательный срок. Так у меня только сегодня мне написали приговоры, вот так вот. Вообще, это просто, это как оно так все могло? Нужно, наверное, с детства детей чем-то занимать. Ну, естественно, ребенок должен общаться с родителями больше. Он, ну, ребенок это впитывает все как губка. Если хотите, можете с мамой связаться. Там все разговоры есть. Ну, принимайте меры, потому что парни адекватные, вижу, спортсмены, а вот это вот так вот заниматься, ну... Вот и все. Спасибо большое. Дайте ремня дома. Да и все. Что, могу забирать, да? В вашем распоряжении, ребят. Машина. До свидания. Дивіться у патрулі про головне. Предупреждаю, мастер спорта, если ты хоть пальцем меня коснешься, ты тут и ляжешь без своего табельного. Шановні, ви знаєте, давайте будемо... Теперь давай поехали далі. Шприцы. Жаль, ты штану не скинув усе. Опа, 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 опа. Скидай. Сюда! Стой, шанов. Данные все, фиксируется. Видео является прямым доказом. 30-го нашли револьвер у него в автомобиле и что-то схоже на гранату.